На самом деле вы все знаете эту песню. Помимо того, что вы играете на инструментах, вы еще будете петь. То есть вам надо рот открывать, да? Вы знаете, все поют под фонограмму. Тарелки могут не открывать рот, ну, как хотят. Итак, я вам скажу, в каком порядке играется. Сначала гармошка и труба. Сначала гармошка, потом подключается труба. Потом там вы услышите, когда начнут барабаны и клавиши вместе. Итак, оркестр, а можно вас поближе, чтобы вас потом сфотографировать, может, было легче? Итак, а вы дирижируете, то есть запомнили. Гармошка, труба и не забываем петь. Итак, подождите, Паша, подожди. Аплодисменты оркестру. Нет, снова аплодисменты. Итак, оркестр, аплодисменты. Нет, слабо, слабо, дирижер, надо сильнее аплодисменты. Один день, один день. Итак, готовы? На старт говорим, марш, гармошка. Труба. Немного теплее за стеклом, но сырые морозы. Хожу в эти двери, словно в снах, июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, о, белые розы. У всех на глазах я целовать. Зрители, стоя, аплодируем оркестру, стоя, зрители, стоя.